это шаг третий нашего двойного урока. Хорошо звучит, да? Значит, смотрите, что будем делать. Мы с вами выучили белый, голубой, простой, да? Красный и оранжевый треугольничек. А теперь у нас в этом треугольнике мы обросли с каждой стороны парочкой, да, свет, тень, вот этот вот перевертыши аккорды у нас. Вот эта тень, она находится на малую терцию ниже в аккорде. Итак, пары до мажор на третьем ладу струна ля, ля минор 7, септаккорд. Возьмем открытые струны, так проще жить. До мажор, ля минор, первая ступень мажорная, шестая ступень минор. Дальше субдоминанта, четвертая ступень, фа мажор. Вот такой с девяточкой простой берем. Помним, что ре минор из него получается минус 2, да, вторая ступень минорная, вот она. Здесь у нас разница с чистым фа мажором на один звук, вот он. Какой звук? А вот она, струна до открытая. На втором ладу струна до становится чем? Ре. Вот он, ре минор. Так, и дальше третья сторона треугольника. Мы с вами договорились, что мы берем чистый соль мажор, либо соль мажор септ. Вот он, треугольник в обратную сторону. Все аккорды в этой песне у нас есть пока. Дальше будет больше, пока нам этого хватит. Теперь, друзья, будет аранжировка. И аранжировка по принципу билингва. Это хэштег нашего укулета 2022. Все песни мы исполняем с текстом на разных языках. В данном случае билингва значит два. Би, два, лингва, язык. В этой версии будет так. Мы с вами спели английский куплет и припев. И представляете себе, где мы находимся, закончили на припеве. Внимание, второй куплет. Ага, поехали. Aquí les dejo esta canción. Canta sus notas siempre son. Don't worry. Be happy. La vida tiene su complicación. Y si te quitas será peor. Don't worry. Песня становится ровно в два раза длиннее, да? Вы меня спросите, а как так быстро запомнить? А просто используй шпаргалки. Вот и все, друзья. Очередная песня в кармане у нас. Я жду ваших заявок, чего мы дальше разбираем. У меня есть к вам тоже хорошее предложение на следующий разбор. Там будут все те же самые простые аккорды. Тот же самый до мажор. До встречи. Ну что, идите играйте. Ну, просто так я вас не отпущу. У меня к вам предложение творческое. Очередной челлендж. Давайте мы эту песенку-то по куплетам и разберем. Я даже знаю пару-тройку артистов, которые на испанском это уже пели и играли на укулелях. И причем они у нас у всех вот такого вот цвета. Поэтому я приглашаю вас к сотрудничеству. Времени много у вас-то не займет. А песню вы знаете, аккорды все показаны. Слова поставили шпаргалочку. Давайте мы это сделаем вот так вот в онлайн-режиме. Присылайте по куплету, определимся с темпом. Я напишу, какой у нас будет с вами BPM. Да, это beat per minute, сколько ударов в минуту будет наш темп. Да и запишем летнюю песню. Кто сочинит русскую версию, тому еще двойная похвала, двойные бонусы будут начислены. А кому нужен испанский текст, оригинальный исполнитель Pitingo, тому я его просто возьму, да и пришлю. Не стесняйтесь обращаться, все есть, все ходы записаны. До скорой встречи, друзья, пока!